Я хочу купить дешевый автомобиль. Причем, чем дешевле, тем, наверное, даже интереснее будет. Да. Окончательная цена какая там указана, кстати? Итак, значит, часть вторая. Как и обещал, в принципе, весь процесс будет записан на камеру. Возможно, видео будет именно частей и будет много. В данный момент я сейчас сижу перед компьютером, перед ноутбуком, просто просматриваю объявление. То есть тот человек, который будет на моем месте, захочет купить очень дешевый автомобиль, пройдет через все то же самое абсолютно. Как выяснилось, ну я говорил, примерно лимит, пускай, пацаны, будет 30 тысяч. Смотрите, то есть если брать больше, да, если больше брать, то это, говорю, уже будет какой-то другой проект, то есть это будет уже не так интересно. То есть я реально ищу дешевый автомобиль и понять, можно ли на нем ездить вообще. И какие, допустим, да, будут требовать вложения в него. Приблизительно 30 тысяч я сейчас огласил. Ищем за эту цену, да. Примерно. Как выяснилось, за эту сумму можно найти не только ВАЗовское производство, оно еще и иномарки. Причем любую иномарку. Старого, немца, японца, прульку, полный привод, дизель. Все тачки, даже газельку можно найти за эти деньги. Я вам отвечаю, за 30 тысяч, представляете? Что такое 30 тысяч? Это на сегодняшний день очень маленькая сумма. Это маленькая сумма на самом деле. Так-то. Ну, понятное дело, что в средней полосе может быть зарплаты меньше, чем эта сумма. Но ну, вы меня поняли. То есть автомобиль — это 4 колеса, которые будете возить, ты представляешь? Итак, то есть сейчас у меня открыто первое объявление. Просто покажу Audi 80. Потому что, вот почему первое? Потому что слишком много лайков набрало. Вот именно на YouTube. Очень много было комментариев, просто Audi 80 бери или Golf 2, то есть, или вот, допустим, старый Volvo бери. Очень много комментариев про Audi 80. На самом деле, да, я когда эту машину снимал, я был на обзоре, то есть я на ней прокатился, и помню, еще тогда была активность именно по просмотрам. То есть на ней, можно сказать, я немножко вылез. Почему интересно Audi 80? По сути, я вам сразу говорю, это самый обычный автомобиль. Да, он крепкий, не ржавеет, оцинковка, все классно, но самый обыкновенный. То есть в нем нет фишек каких-то, да. То есть, да, там существуют какие-то хорошие комплектации, но за эти деньги. Открывая вот объявление Audi 80, цена 35 тысяч рублей, Мурманск. То есть, в принципе, вроде бы все хорошо, но недавно потекла помпа, надо менять прокладку под клапанной крышкой. Ну просто вот представляете, что такое клапанная крышка, что такое вообще? Там течет. Мне эту машину до дома везти 220 километров. Ну, возможно, она даже не доедет. Возможно, она даже не заведется на этих морозах. Не знаю, сколько она уже стоит. И опять же, вы должны понимать, что покупая такую машину, да, ее можно отремонтировать, но цены будут не как на машину Audi 80, допустим, 90-го года, а как будет цена на бренд Audi. Audi, знаешь, Audi? Это сколько там, это реально, я не знаю, сколько эта прокладка стоит, но ты будешь разбирать ее, там еще столько проблем вылет, я вам отвечаю. Я ее не откладываю, я ее рассматриваю. Возможно, появятся другие варианты. Идем дальше, просто показываю примерно. За 30 тысяч рублей можно купить BMW 3 серии 95 года. Представляете, ну это просто мечта. Это мечта просто. Ну такая фотка засвеченная, плохо видно. Но смысл в том, что я же вижу, что машина, она где-то в гараже. То есть, если кто-то фоткает, если вы сами выкладываете, пожалуйста, не выкладывайте летние фотки. Сейчас зима на улице. Ну видно, что машина херня сколько стоит. Здесь она, зачем она в гараже стоит с открытым капотом? Ну, смотришь на нее, все ржавое везде вокруг. Просто вот диски, да, допустим, те же самые тормозные, они просто ржавые, и на машине стоит уже не первый месяц. Это как минимум. Смотришь описание, я вот сейчас просто почитал, я заржал, ну реально, смотрите, не растаможен. Да и с ним бог с ним, да? Да? Идем дальше. То есть продается строго без оформления. Туда-сюда, ладно, можно на запчасти. Дальше. ПС 6 декабря. Мы сняли с нее некоторые запчасти, нужны были себе. Так что она уже не на ходу. Ну зачем вот тут ПС писать было, что она уже типа не на ходу? Может быть, цена до этого, кстати, была не 30 тысяч, а гораздо больше. Смысл в том, что все, да, с BMW, пацаны, оп. То есть, ну как, то есть не найти машину за 30 тысяч. Пускай даже за 50 ее просто не найти. Вот Ford Taurus 93 года, выглядит офигенно, треснут бампер. Цена 45 тысяч рублей, все нормально. Все звонки после 19. 223 лошадиные силы. Посмотрев на автомобиль, понятное дело, что он дохренища жрет, это американец, там стоит автомат. Но, по крайней мере, более-менее состояние нормальное, серьезно. И, кстати, обратите внимание, что фордов дофига.
всяких разных, Scorpio и так далее. Mazda 323, 91 года, 40 тысяч рублей. Вроде бы все хорошо, все работает и крутится, написано в описании. Ну, молодцы, правильно, кстати, описание всегда пишут. Смотришь, снежные фотографии, имеется в виду, вот она стоит, она слепая мазочка, маза слепая, но она немножко битая, то есть вот заднее крыло, да и так машина вся перекрашенная в разные цвета, ну, видно, что что-то с ней происходило. По крайней мере, она на ходу, я не звонил, потому что эти объявления можно звонить просто бесконечно, сидеть и просто прозванивать их. Mercedes-Benz. 201 кузов 88 года, представляете, Mercedes-Benz можно за деньги купить. Конечно же, опять же, летние фотки, ну, ни в коем случае, ну, они ну, не нужны летние фотки, еще раз обращаю внимание, то есть хотя бы, не знаю, из гаража выгони на зиму ее, сфоткай и обратно закати. Вот, 25 тысяч рублей. Цена, как у штатной девятки, звонить там, ту-ту-ту, в человеческое время, вроде бы все на ходу, слушай, но... Что-то случилось с зажиганием, чихает, стреляет, короче, хрен его знает. Заниматься некогда, жаль, что простаивает. Вот описание. То есть, ну, видно, что наш человеческий языком человек объяснил, что, короче, пока что вроде бы на ней ездить невозможно, нужно вкладывать. Но ему некогда. Нам тоже некогда, ребят. Нам просто некогда изучать заново весь автомобиль. Дальше. Nissan Vanette. Я первый раз такую вообще модель слышу. 30 тысяч рублей. Ездит. Дизель, полный привод, правый руль. Вот как некоторые, знаете, просили, говорят, давай, все есть, вот реально все есть. Да? Ну, мне кажется, что что-то не то. По крайней мере, здесь в описании написано. Запасной двигатель лежит в салоне, в багажнике. Представляете? Уже все, он там лежит. То есть, берешь тачку уже с запасным двигателем. Вот как она машина выглядит. Вполне возможно нормально. Опять же, не звонил. Renault Safran. Тоже первый раз вообще слышу. Такие редкие машины. Ни разу их не видел или просто не обращал внимания. То есть вот как она выглядит. Вот ржавые пороги. Ну, по крайней мере, хоть салон двигателя выглядит нормально. 35 тысяч рублей. Североморск. Гнать ее 250 километров. Опять же, летние фотки. Неизвестно. Надо, говорю, обзванивать. Saab 900. Вот товарищи скинули мне ВКонтакте ссылку. Вроде тоже все хорошо. Выглядит просто классно. Saab. Редкая машина, салон, полная комплектация. Но у нас есть опять же проблема. С двигателем нужна капиталка вот, или контрактник. Помогу с контрактным двигателем. Помогу. То есть понимаете, да, что покупаешь машину за эти деньги, и получается так, что она у тебя просто будет как минимум первые две недели или больше, даже месяц просто стоять. Пока этот контрактник придет, или пока ты сделаешь, пока запчасти придет. Неизвестно, как на этот Saab вообще, какие запчасти, ни разу не заказывал. Они вообще есть, эти запчасти? То есть об этом надо побеспокоиться. С иномарками все понятно. Это я минимум показал, минимум. Их до хрена. Также спасибо большое за активность. ВКонтакте тоже скинули ссылок много. Немножко не успел сегодня их просмотреть, потому что пришел только сейчас с работы. Смысл такой. Машины, в принципе, по идее, как бы дофига. Но вот из этих всех, то, что я вам сейчас показал, а я сидел сейчас около получаса, просто выбирал, втыкал, как бы, читал аннотацию про них. Выбрать особо как бы нечего. По большому счету. То есть нужно, опять же, ездить и смотреть. То есть объявления ни хрена ничего не говорят. Вообще ничего. Естественно, у нас идут дальше тазы. Ладно, тазы. Отечественный автопром, да, возьмем. Давайте с ним разберемся. Значит, давайте, вот Волга. Тоже также были комментарии по поводу Волги. 24-е, 31-е, без разницы, разных годов. Ну что, значит, за 10, за 20, за 30 и даже за 50 тысяч можно, в принципе, найти. Но Волги просто жестко гниют. Они гниют хуже, чем вот эти ВАЗ, допустим. Просто жестко. Я позвонил по объявлению. Я говорю, машина на ходу? Он говорит, да, на ходу, приезжай, смотри. Я говорю, подожди, приезжай. Я говорю, что с ней не так? Что не так? Ты объясни, пожалуйста. Стоит ехать, не стоит? Он говорит, ну ладно. Говорит, задняя рессора вылезла в багажник, допустим. Как это произошло? То есть, по ходу дела, там сгнило все. То есть, нужен ремонт. Я не сварщик. То есть, я в свое время один раз руль на мотоцикл сварил, до сих пор вспоминаю. То есть, я не варю. Понимаете? То есть, если покупать такой автомобиль, нужно куда-то сразу гнать, арки, пороги переваривать. Это не то. То есть, это нам не подходит. Хотя, вроде бы, поискать можно. Я еще не знаю, Волга, она, по-моему, конечно, в гараж не поместится. Идем дальше. У нас идут ВАЗовское производство. Просто 231. Это только один сайт открыл. 231 там вот вариант именно по тазам. Очень много. И, как вы прекрасно понимаете, что все экземпляры абсолютно разные. И их не пересмотреть все. Их просто не пересмотреть. Вот пока я все их буду просматривать, я больше 30 тысяч на бензин потрачу.
приходится, естественно, пользоваться объявлением, интернетом смотреть. То есть первый вариант вот. ВАЗ-2107, 20 тысяч рублей, семерка. Вот вроде все хорошо. Все хорошо. Указан номер телефона, я вот по нему только что позвонил. Сказали, я вам сейчас скину номер телефона, смс-кой, и вы уже будете разговаривать с другим человеком. Я поговорю без проблем. Мне не интересует, какой был владелец. Мне просто интересен сам материал, сам автомобиль. Если нормально, съезжу и возьму. Ой, не возьму, посмотрю. То есть ехать тут сколько? Ну, пускай будет даже те же самые там, 80 километров. Это как вариант, просто я вам показываю, что на самом деле тазов вот просто очень много. Очень много. И за эти деньги даже их нормальных не найти оказалось. Не найти. Вот, парни, вот вы пишете, скидываете, я купил пятнашку там за 35, я купил, говорит, пятерку за 25, за 15 кто-то Волгу купил. И фотки вы присылаете, они реально, машины вот реально выглядят классно. Я почему-то не могу такого найти, серьезно, они все просто гнилое говно, простите меня, скажем так. То есть реально они все просто ушатыши. Нет, я знал об этом, да я до сих пор об этом знаю, как бы. Но у нас проект намечается, заднего хода нету. То есть я уже назад не попячусь, нельзя, я уже выложил первое видео. И, понятное дело, будем покупать. Спешить с этим нельзя, ни в коем случае нельзя с этим спешить. Будем думать. Это я просто вот первый день просто просмотрел объявление на одном из сайтов. Сайтов таких сейчас много, сами знаете. И, естественно, уже появился первый претендент, иномарка, который, собственно говоря, я уже договорился, и поедем просто посмотрим. То есть вот воочию, что такое иномарка, да, за маленькую сумму денег примерно, допустим. Ну, как бы ежедневно эксплуатируется или где-то стоит? Ага, ясно. А так на улице, да, он сейчас? Ну ладно, хорошо. Если что, я вам перезвоню, хорошо, подумаю. Окончательная цена какая там указана, кстати? У тебя он сам выключается, да? Коль. Че, почему сам? А че, я не сбрасывал, он тебя сбросился. Может, он сбросил. Но он не послушивает нас сейчас? Наверное, нет, откуда я знаю. Значит, собственно говоря, едем пока смотреть машину, позвонили по объявлению, находится она в другом городе. То есть продает ее молодой человек, говорит, надо резко деньги, говорит, срочно, говорит, надо платить за учебу, иначе выгонят меня, говорит, с учебы. Так машина, говорит, стоит, ну, 100 тысяч. То есть ее оценили. А я, говорит, продаю ее за 45. Это цена минимальная. 45 это имеется в виду за Ford Taurus. Трехступенчатый автомат, трехлитровый двигатель атмосферный. Вот такая вот ситуация. То есть я вот рассказывал, да, про иномарки. И опять же едем к своему иномарку. Дело в том, что доллар-то вырос опять. Причем вырос он немало. И на том сайте, на том, в тех каталогах, которые я обычно смотрю, допустим, те же самые запчасти, там цены даже не указаны. То есть мне сейчас владелец, допустим, того самого Форда, который мы едем смотреть, другого, то есть сказал сразу более-менее, какие нужно менять сразу запчасти. И я их посмотрел по каталогам, они не бьются, потому что цена постоянно меняется из-за того, что курс доллара, собственно говоря, растет. Вот такая ситуация. Пока просто в раздумьях. Короче, включи микрофон, чтобы просто... А ты говоришь, что нельзя разговаривать, да? Почему, можно еще? Все можно. А, можно? Ладно. Включу микрофон, чтобы лучше меня слышно было. Ситуация такая. Подъехали к дому, к условному месту назначения, которое мне сказали. То есть владелец сказал, говорит, мое присутствие в принципе не обязательно. Просто, говорит, смотрите, то есть внешний вид. Я щетку взял, я не знаю, можно вообще отряхивать или нет, но я отряхнул фары. Просто посмотри, та машина хоть или нет. Ну да, Форс Уоркер, все правильно. Красавица стоит. Номер не буду отряхивать. Ну, Форд есть Форд, что думать, что? То есть она стоит здесь достаточно давно. Не знаю, покрышку надо же заколить сюда, да? Вот так вот, пожалуйста. Это дело выглядит. Ну, чисти полностью, хотел в салон заглянуть. Тут хозяин скажет, слышишь? Ну, кто трогал мою машину? Окна хотя бы почистить. Сейчас фигак не того форда почистили, а вот его стоит, допустим. Ну что, какой цвет? Серый. Цвет серый.
долго стоит, владелец говорит, нужно химчистку типа делать. Ну, не химчистку, да, там, но химчистка стоит дороже, чем этот автомобиль. Ну, чистить нужно будет, имеется в виду, салон убирать. А так, проблема, значит. Жужжит бензонасос. Ну, это не проблема, а десятки сразу, или от Passat у меня остался. Это как дети в школу, как говорится. Потом у нас проблема с электроникой. Гирляндой горит вся приборная панель. Возможно, не знаю даже что. То есть, просто не представляю даже. То есть, ну ладно, это возможно, это тоже делается, тоже это лечится. Слушай, я забыл, что он что-то еще... А, радиатор, по-моему. Радиатор, да, у него потек, его сняли. То есть, не знаю, то ли хотели менять, или что. Я говорю, ехал сюда, посмотрел по каталогу, его нашел, он продается, вроде бы продается. Но цена не указана, то есть, я цену так и не нашел. Возможно, опять же, сюда можно поставить от десятки радиатор. Хомутики, пайпинги переделать и все дела. Я вот, слушай, вот этими фордами никогда в жизни не интересовался. То есть, видел, говорю, вот так едет мимо, блядь. Ну, что вот там, как эти там? Эти форды чисто германской сборки. Вот сиденья вот эти рикаровские стоят спереди. 85-70 R4. Ну, 14-15, бля, ебать, там все суппорта, пиздец. Просто. Там, там все примерно вопрекисло, наверное. Ну, это разбирать, просто чистить, это хуйня. А покрышка-то сдутая или не вижу? Нет, накачанная. Да ладно. Да? Ну вон, смотри там. Ну понятно, ладно. Короче, по салону посмотрите, пожалуйста. Блять, по бочкам лазят. Салон. Отвертка валяется. Так, кстати, машина не тонированная, мы немножко ошиблись. А так вот, даже вот видите, допустим, ручка отломана, но вроде бы все это дело как бы есть. Магнитола сзади валяется. Запон. Вот двигатель инжекторный, двухлитровый. Сколько лошадей? 100? 100. Сколько? 80. Нет, по паспорту 80. Я а такой... так 115. 115, да? Ну, понятно. Где ты, говори, гнилой? Подойди. Вот это. Покажи, посмотри. Вот она. Ну, я думал, больше гнилой, слушай. То есть это... Это знаешь что? Это монтажную пену, короче, запихиваешь туда. Ну, знаешь, да? Ну, канцелярский ножом обратно. Да. Не, ну смотри, 14-е стоят сюда, 15-е самый тон. Колеса ты имеешь, да? Деревья, чип. Здесь срочно все на месте. Зеркала, по крайней мере, слышно. Ну вот, да, там этот радиатор, да. Радиатор снимали, потому что радиатора там нету. Сиденье рекара. Коробка механика. Подлокотник. Ну, примерно понятно. А спереди, спереди, слышишь? Ну, по крайней мере, зеркало, это что мне нравится. Фара хотя бы, зеркала, то есть... Не знаю, машина реально долго стоит, и вся как бы надежда на то, что дядя Форд в свое время говно не сделал. Что вот на это надежда. Ну, я думаю, в принципе, только оно и есть. А так, в принципе, хороший экземпляр. Давай колесо подкопай, что там есть сзади? У тебя лопата есть? Да, давай. А, багажник открывается, мне принес. Сзади сиденье закрыл. Диски не покоса, ё-моё. Оригинал, слышишь, знаешь, сколько стоит? Короче, ну я с вами разговаривал. Коля, копай быстрее. Я замерз уже. Ты плохо копаешь. Не, вот здесь вроде накачано. Ну-ка, нормально так копаешь, чтобы видно было. Одно колесо спущенное оказалось. Это все, скажем так, ерунда. Машина давно стоит. Единственная, может быть, проблема, опять-таки, не из-за того, что там что-то сломалось до того, как ее поставили. Там, да, вот радиатор, бензонасос и так далее. Самая основная проблема, то, что она реально долго стояла. То есть, должны понимать, что может заржаветь абсолютно все. Даже внутренности двигателя имеется в виду, вот внутренности цилиндра самих, где поршень ходит. То есть, это все может дело просто заржаветь. Из-за влаги и так далее. Так машина вроде бы в нормальном состоянии. И даже, знаете, не то, что мне машина там понравилась, мне просто понравился владелец. То есть он вышел, мы с ним поговорили. То есть нормальное восприятие, скажем так. Нормально понял меня. Хорошо относится к этой обстановке, то, что вообще происходит. То есть, ну, будем думать, в принципе. Сейчас я еще позвоню по пару объявлениям. Просто поспрашиваю, что и как. Но в основном, конечно же, опять же, это все иномарки, они не на ходу. Просто не на ходу. Или вот только-только вот осталось. Только вот только все. То есть завести, ага, видишь, работает. Как только я отъезжаю, все сразу бабах, она сломалась. То есть масло пошло в антифриз и так далее. Частая проблема, прогорает прокладка головки цилиндров.
Вот такая ситуация. Это была вторая часть. Поиск, ну и самое главное, логические размышления. Надеюсь, вы меня поняли. Если есть какие-то советы, конечно же, пишите. Все советы я выслушиваю. Всем спасибо за просмотр, всем пока.